Начался заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников. На него приглашены более 6500 участников. Первыми стартуют олимпиады по химии, французскому языку и мировой художественной культуре. В финале олимпиады по химии на территории Сириуса участвуют 313 школьников. Ребят ждут 2 теоретических тура и 1 практический, а также лекции и тематические экскурсии. В Москве соберутся участники финала олимпиады по французскому языку. На него приглашены 230 человек. Запланированы письменный и устный туры соревнований, а также образовательная программа. Республика Татарстан примет финалистов олимпиады по искусству. В ней участвуют 262 старшеклассника. Программа включает теоретические и творческие туры, а также лекции и экскурсионные мероприятия. Торжественные церемонии открытия и закрытия олимпиады, а также мероприятия, посвященные году педагога и наставника, впервые будут транслироваться в прямом эфире во ВКонтакте. Завершится заключительный этап соревнований 30 апреля.